Остуда от ревматизма сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен, но дорогой. Потому и дорогой, что очень полезный. Ну, а у кого сердце больное, тому коньяка не надо. Водку с перцем. Но только надо все это помешать поровну. Туда чуть-чуть крепленого. Две рюмки. Не больше. Лучше три. Ну, можно и четыре. Все это перемешать. Как дашь? Очнулся и не найдешь, где сердце. Вот пусть кто хочет, ищет, не найдет. Да это в журнале было, в «Науке бытия» или еще в каком, ну не помню. Профессор один себя вылечил, детей подлечил. Все этим. Перец, водка, сухое, крепленое. Там и таблицы есть. И не помню, в каком журнале. За прошлый год. Да подшивку можно взять. Только пишут, беременным женщинам нехорошо, нельзя. А без перца можно, состав тот же. В журнале «Вокруг мира» один профессор, значит, пишет. Суставам смазку дает 150 зубровки, 200 мицного, 250 олиготе, 3 семерки, 300 санцедару и ацетон. Ну, только капельку, чуть-чуть, так, для запаху. Забываешь, где суставы. А вот желудочно-гастритикам надо осторожнее быть. Им, ну, нельзя этого, ничего, ни олиготе, ни марочных. Для них гибельно. А спасает спирт хреном. Но потом 2 часа ничего не есть. Только пивом запивать и терпеть. Профессор один пишет. Только этим себя и поднял. А вот знаете, академик один, это после инфаркта, месяц лежал, пластом лежал, начали спиртом отпаивать. Через день встал. Бегает. Вот. Случай-то описан был. На Кавказе было, в горах он лежал. Ну как лежал, как безнадежный. После 3 стаканов сам с горы сбежал, внизу его родные все ждали, внуки там, ну, жена, ну, все-все-все. Шутка ли, покойником был? Ну, хорошо, кто-то догадался самогона влить. Бегает академик-то. Сейчас он кандидатскую защищает. Это же знать все, надо знать, что против чего. Ну, к примеру, брага, а она ведь хорошо почки прочищает. Сивуха дает печени прострел навсегда, насквозь. А на мозг, пожалуйста, хорошо действует древесный лак, но спиртовый. Правда, надо подогревать. Ведь когда все время о здоровье ты думаешь, ведь знаешь, что против чего. Девушка, и мне валидолу и синтуки и чего-нибудь от печени. Вот вы мне не верите, что в мире все связано друг с дружкой. Я вам докажу, научно докажу. Недавно, в неделе, прочитал я факт. Любопытнейший факт. В Америке, в Африке, не помню где, неважно, были джунгли. Растительность, всяческая жизнь. И жила там мушка, маленькая вроде, безобидная мушка, ну, жужжить. Правда, надо сказать, кусала. Кусала она людей и зверье. И надумали люди ее извести. Посыпали они, как, ну, джунгли, ДТТ и какой-то другой дрянь, не помню. И пропала мушка. Не исчезла мушка. И нету мушки. И что же вы думаете? Страшная вещь. Пропала мушка, пропали птички, которые ей питались. Пропали птички, появились жучки и тараканы, которые всю зелень сожрали. Пропала зелень, пропали косули, антилопы. Голод, пропали тигры, львы. Захерели джунгли, суховей, ветры, пустыня. И все это из-за маленькой мухи. К чему я это говорю? Тут другая цепочка имеется. Вот вы мне скажите, от чего в мире существует прогресс? Работают фабрики, заводы, делают все новое, от того, что им наука помогает. А почему им наука помогает? От того, что ученые по ночам не спят, мысли кидают, идеи. А почему они идеи кидают? Да потому что я им по ночам спать не даю. Пою. А почему я пою? Да потому что я пью. И не могу, и буду пить. Так вот скажи мне, друг мой, имею ли я право, учитывая все это, хоть один день не пить? Никакого. Не имею. История мне этого не простит.